Engage! Вижу их! Сейчас пойдет потеха! Вызов! Вызов!
Вот так мы случайно узнали, где немцы хранят боеприпасы для половины Западного фронта. А фотографии Уилсона должны были помочь штабу начать полномасштабную атаку. Оставалась лишь одна проблема. Я даже не знаю. Да брось! Мы большое дело сделали, нам за это медали дадут. Нас и быть там не должно было. Когда командир увидит фотографии, он об этом и не вспомнит. Мы большое дело сделали. И еще раз сможем. Давай договоримся. Если пойдем на это вместе, ты должен мне пообещать, что вытащишь меня оттуда живым. Конечно. Поклянись. Дай мне слово. Хорошо, обещаю. Стой тут. И давай без глупостей. Заходите. Мне этот парень нравился, но уж очень он был наивным. Сэр, это должно вас заинтересовать. Святые угодники. Да ваш напарник пилот каких мало. Очень скоро мы опять были в воздухе. Нашей задачей было расчистить путь бомбардировщикам, чтобы они могли разнести эту крепость на куски. Сначала надо было сбить аэростаты заграждения. Господи, ты представь, дозорным на аэростате быть. Не повезло Фрицу. Потом нам надо было расправиться с зенитными броневиками. Когда мы прибыли туда, штурм уже шел полным ходом. Нам надо было расправиться с обороной, а затем сопроводить бомбардировщики к цели, когда они прибудут. Задача трудная, но победа в этой операции, как говорили, могла изменить ход всей проклятой войны. Не стоит и говорить, что Уилсон был не очень рад. Вот сейчас уже видно, что дело опасное! Доверься мне! Выгляди в оба, пожалуй. Сбивай аэростаты! Расчищай путь бомбардировщикам! Это легко! Прикрой меня! Враг на хвосте! Стряхни его! Thank you.
проблемы меньше!